Прелестно! Прелестно! Добро пожаловать в вечность! Добро пожаловать в вечность! Вот это новая жизнь! Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. В общем, Эйприл О'Нил собрались со Сплинтером и с Черепашками-ниндзя, смотрели телевизор. Она, кстати, репортер Эйприл О'Нил. Лабиринтит одной чаши. В общем, произошел шторм. Другой. В городе в каком-то и разнес. Славы небесной. Поломал, в общем. И земной. Физической. И духовной. Машина, технику все поломал. Кстати, военная, заметьте, военная техника какая-то. И даже вертолет. Ну, в общем, поломался, они поняли, что это Шредер. И тут Памс, вот этот, смерть. Возьми свои завтра, сегодня и вчера. Памс, Шредер выходит с ним на связь, говорит: ребята, короче, я изобрел мутатор. Обретайся! Мутатор, только он может изменить ваши структуры, обратно говорит. Черепахи. Не бойся своих мыслей и желаний. Хочу вас сделать снова черепахами. А Сплинтер такой: ё-моё, так я ж могу стать человеком. Он говорит: вот смотри, я стреляю в мутанта. Папс. Разумеется, в конце концов. И получается, пау, панк. Сделался панком сразу раз. Таким интересным, кстати, с такими очечами. Прикольными панковскими очечами. Ты найдешь ключ. Все это происходит. И значит, пам, прерывается. И они думают: я, Леонардо, готов. Я тебе, учитель, найду. Найду я эту штуковину. Там, где трутся грязные блоки свинца. Я сказал, все, погнали, я готов. В этом тесном боксе. Кто праведен, а кто грешен? Громко заревел царь на бренную людскую плоть. Ребята, подождите, давайте хоть план какой-то ставить. Да погнали, короче, Шредер. Блин, Шредер этот, он уже задолбал. Большим можно оставаться, будучи малым. Сплинтер, мы сейчас тут разберемся, все, погнали. Каждый из нас владыка миров, которые мы создаем. Знали с нами. Окей, да. Ну, короче, идут они, знали, где его станция находится. И Эйприл с ними такая: топ-шлеп, топ-шлеп, топ-шлеп. Образ девочки такой. Поверь, поверь! Каждый, каждый, каждый! Разный, разный, разный! Топ-шлеп, топ-шлеп, топ-шлеп. Образ девочки. В общем, бац, а этот Донателло остался, он был таким мозговитым парнем, короче, остался он в лаборатории. Слова зависали в угасающем мозгу. В лаборатории своей делать свое новое изобретение. Мы пока, кстати, не знаем, что там он делает, но это остается. И, в общем, они врываются, их ждали Бибоп и Рокстеди, и, короче, они начинают махаться. Тот, ну, он нунчаками, тот его нунчаками. Сплинтер в этот момент, кстати, уходит, вот, он уходит. И значит, Эйприл на них накидывает веревку, там пам-пам-пам. Раф дерется, так, Леонардо. Немножко, кстати, неправильно разукрасил, видите, это был Леонардо. Это был Леонардо, а я разукрасил немножко иначе.
я из него сделал Рафаэля. Кстати, Рафаэля. А на самом деле, нет, это Микеланджело. Микеланджело. Одного тут не дорисовали. И в общем, потому что он остался на той странице, там, где изобретение. Этот нашел бетономешалку. Хрясь на них, прямо выливает этот бетон. Ну, я прям их закидывает веревкой. И, значит, а в этот момент заманил он сплинтера на этот мутатор. И, в общем, подходит, и он в него стреляет энергией. Энергией стреляет в него, которая покрывает его куполом таким. Покрывает его таким куполом, чтобы не выпустить. Чтобы не выпустить его. В этот момент Шреддер с Крэнгом. Крэнг — это такой мозг бестелесный, инопланетный, из измерения X, который прибыл. И он, значит, ему тело ищет. И он ему находит тело. Смотрите, он ему находит тело. И поселяет мозг. Вот, поселяет. Это подключено все. И в этот момент мозг может влезть. Он включает рубильник. Пац! Я должен тебе сказать! Ты знаешь все правила и заповеди! Очень легко соблюдать законы! И безумно трудно! Нам с тобой пока не расстаться! Как глубока глубина! Ты думал, я колодец, а я океан! Все в это, конечно же, Крэнг начинает жить в этом теле. Вот он, подключен и живет в этом теле Крэнг. Просто Крэнг. Мозг живет в этом теле. Он живет в этом теле. Тут мы, конечно же, выходим на спинной мозг и понимаем, что это червяк. Все-таки такой червяк, который облег себя костные основания. В общем, Крэнг, он оживает. Ой, как хорошо я себя чувствую, говорит. Как хорошо я себя чувствую. И, в общем, тело он проверяется, говорит, все хорошо, скафандр подключен. Бац, этот подбегает мунчаками. Вместилище меня! Заходи в нее! Не бойся! Хочет тот Леонардо, ему хочет мечом. Этот Сай держит, не знаю, что делать. А он металлический, увеличивается. Короче, руки булавы получаются. И он... Сейчас мы его... И он увеличивается, потому что Шреддер установил в панели у него увеличительный аппарат.